Итак, ребята, я хотел бы только сказать то, что если вот сейчас эта серия набирает 500 лайков, то сразу выходит новая серия. То есть, если эта серия набирает 500 лайков, то сразу же, я еще раз повторюсь, сразу же выходит новая серия или следующая серия, как вам угодно называть ее. Если сейчас или в протяжении нескольких часов после выхода этой серии набираем 500 лайков, сразу выходит вторая серия за один день. Поэтому, ребята, решайте вы, хотите ли вы видеть новую серию, две серии за один день или нет. Если да, то прошу вас поставить лайк. Ребята, на этом я заканчиваю то, что я хотел сказать, и давайте приступим к нашей новой серии. Охо-хо-хо-хо! Всем привет, дорогие друзья! С вами Стоу Эдисон. Мы продолжаем играть, ловить, искать новых покемонов в нашем мире Пиксельмона. И что, ребята, мы будем делать в этой серии? В этой серии у меня почему-то созрел план просто-напросто пойти на охоту за новыми покемонами. Пикачу, не успел посмотреть, он уже пропал. Пойти на охоту за новыми покемонами в саванну. Так как я знаю, в саванне есть покемоны, которых у нас еще нету. Дайте-ка я немного вот это убавлю. И мне... Оп, это Блисси. Легендарный босс. Ребята, если честно, я еще даже не определился, что будет с этими Блиссями. Считать их, как будто мы убили Блисси, или просто считать, как будто мы убили обычного босса, да? Если честно, ребят, я вот это не знаю, потому что как бы много людей было за то, чтобы... Да ты издеваешься. За то, чтобы я не считал Блисси как покемона, а считал просто как обычного босса, да? Но и было так более-менее нормально людей, которые говорили, чтобы я считал Блисси как... Считал босса Блисси как... Как Блисси, за которую мы платим, да? А не считал ее, как будто мы нашли где-то босса, да? Я тебя сейчас зафигачу. Пожалуйста, не хилься, иди в задницу. У нас уже кончается удар. Ху. Вот, замечательно, ребята. Волторб нажрался столько опыта, что только что получил 50 кусков. Мне кажется, он уже сейчас станет электродом. Как думаете, ребята? Сейчас посмотрим. Электробол. Self-destruction. Нет, Destruct. Ну, ладно, короче. Нет, ребята. А, нет, да, вот он, на шайни Волторб. Ребята, я же забыл, в предыдущей серии мы накачали себе достаточное количество покемонов. То, что сейчас, когда наступит ночь, мы очень быстро потопаем в горы. И только на этих бишарпах, ребята, мы можем в этой серии установить новый рекорд. За одну серию прокачать 5 покемонов и выложить их в музей. Какой в музей? В компьютер. Смотрите, Янмеги 1 уровень, Эмолги 1 уровень, Старми 1 уровень, Электроду 1 уровень, Камерапту 1 уровень. Всем по одному уровню. Ребята, если мы в этой серии выложим 5 покемонов в компьютер, то это будет новый рекорд по прокачке покемонов. Офигеть. Кстати, давайте посмотрим на Электрода. Сейчас быстро вот это поменяю. Так, вот, все, это работает. Ребят, давайте посмотрим на Электрода. Вот он какой, фиолетовенький или синенький. Так, какой уровень? Ух, 38-й. Ну давай, давай, давай. Давай, нам каждому покемону по одному уровню осталось. Все, ребята, Электрода мы прокачали. Мы только начали серию, уже прокачали одного покемона. Следующий по счету у нас будет Камерапт. Давайте, ребята, прикиньте, если мы прокачаем 5 покемонов в одной серии, это будет просто офигеть. Это будет новый мировой рекорд по прокачке покемонов в одну серию. Давай, Арбот, нападай. Камерапт прокачан. Ребята, мы уже 2 покемонов прокачали. Это вообще жопа. Как это быстро. Ну, Старми, в принципе, Старми 44 уровень. Я не знаю, давайте Янму, может. Кого? Охренеть, какой у меня FPS как-то большой, что ли, стал. Именно вот тут. Еще вроде такого не было. Так, ребята, Шинкс у нас есть. Нидорина вроде у нас тоже есть, если честно. У нас нету Ликитунга. Как я знаю, Нидорину. Ну, Нидорино, там вроде Нидоран Фэмейл лучше словить, Нидоран Мейл лучше словить, то есть первая эволюция, да?
Вот, дружище, вот кого у нас нету, вот кого у нас нету. Как раз 3-4 уровень, знаете, не очень такой большой. Даскбол, левелбол, бум-бум-бум, давайте квикболом. То есть, как раз не очень большой, и, в принципе, ему еще так можно парочку уровней даже прокачать. Ребята, Лукарио, 93 уровень, то есть уже совсем скоро, скоро мы его выложим в... компьютер. Ну как компьютер? Мы, может, поменяем лидера команды. Лукарио, я, ребят, говорю вам спасибо за то, что вы действительно посоветовали мне Лукарио. И Лукарио, если честно, реально тащит, потому что он, может сказать, офигеть, как всех убивает быстро, а не Дран ФМЛ. Ну, не Дран ФМЛ вроде у нас есть. Давайте сейчас, ребята, еще быстренько посмотрим, если я сумею. Если я сумею на него попасть, если ты не будешь лагать, будет вообще замечательно. Но не Дран ФМЛ у нас нету. Я знаю, что у нас есть не Дран Мэйл. И это вроде и он вроде Нидоран Мэйл, у нас вроде Шайни. А Нидоран ФМЛ сейчас обычный. Додуо у нас тоже нету. Ребята, это, если мы словим сейчас, это будет третий покемон за одну серию. Это во-первых, если мы сумеем, то мы прокачаем 5 покемонов за одну серию. Это будет вообще офигеть, ребята. Таурус. Давайте какого-то, знаете, маленького уровня. 15-й, вот, замечательно. Чтобы было хотя бы, чтобы прокачивать, да? Сейчас тебе в задницу запущу Лукарио, замечательно. Точнее, кину Лукарио, чтобы ты вступил в бой. 4-й покемон, ребята, за эту серию. 4 покемона и 5 прокачанных. Ребята, это вообще новый мировой рекорд. По прокачке и по поимке покемонов, да? А в пустыне есть кто-то, кого у нас еще нету. Там вроде Сиджилиф есть, но мы его ловили или нет, Сиджилифа? Если честно, ребят, даже не знаю. В воде еще есть. Да, в воде я еще знаю, что есть еще. Давайте сначала, ребят, пройдемся. Да ты что, издеваешься? Да словись ты уже. Пройдемся по саванне. В саванне Ликитунг. Ликитунга у нас нету. Это, ребят, этот Таурус вообще нафиг офигел. Я трачу на тебя еще 2. Ну ладно, 3 квикбола. Иди в жопу. Ребят, он вообще охренел. Но зато, когда мы сделали себе кучу всяких болов, их хватит, иди нахрен, лучше не беси меня, пожалуйста. Потому что я не люблю такие случаи, когда вот такие покемоны просто охреневают, знаете, и даже 10-15 уровень не хочешь лезть там в 5 левел-болов и нахрен также где-то в квик-болов. Это, ребят, иногда, если сейчас действительно бесит. Он в земле, этот босс, поэтому я туда рыться не хочу. Фу. Ну что, ребята, темнеет. Я бы пошел на бишарпов. Ну, просто, знаете, я так смотрю, каждому покемону остался по одному уровню. Вот смотрите, Янмегу мы уже прокачали, сейчас Эмоуд. То есть не так уж и много осталось. Потом, если что, мы Тауруса еще словим. То есть смотрите, ребята, если мы так пробежимся быстренько по биомам, да, кого у нас нету еще в саванне? У нас нету Тауруса. И вроде все. И Ликитунга у нас вроде нету. Ликитунг где спавнится? Ну вроде в саванне он спавнился. И Ченси у нас нету, ребята. Ченси Дратини. Точно, вот этих двух покемонов нужно. Ну как бы Дратини не в саванне, но все же. Пробежимся быстренько по пустыне. Кого у нас нету в пустыне? Я говорю, может, у нас Сиджилифа нету? То есть мы были ли в том биоме, где он спамится? Мы там вроде Сандила ловили. Они где-то там друг с другом спамятся. Ну, я в смысле рядом. Поэтому, может, мы его еще не словили. Нужно потом будет посмотреть. И вроде все. То есть в пустыне вроде мы уже всех словили. Хундум и вот это все. Но все же, ребята, давайте, в принципе, быстренько на бишарпах слетаем. 2 уровня прокачаем. В прямом смысле 2 уровня. Потому что один уровень старми, один уровень эмоги, ребята. И мы прокачаем 5 покемонов за одну серию. Это просто офигеть. Или же даже, ребят, знаете, что сделаем? Даже пойдем сюда. Тут тоже есть покемоны, и они, если честно, меньше уровней. Во, еще как раз и босс заспавнился, замечательно. Тут босс, наверное, нужно на старме, потому что если мы перекачаем эмолгу, это будет жопа. Опа, замечательно. И еще даже 2 вещи в этой серии. Ребята, мы убьем еще 10 Блисси, то есть мы возьмем новых покемонов, убьем Блисси.
Короче, если честно, мы прокачаем много кого, мне так кажется. И 5 новых покемонов, которых мы возьмем в этой серии, это, ну, достаточно, мне так кажется. Так. Пожалуйста, дай нам уровень. Не тяни кота, да? За причиндалки его. Один уровень, пожалуйста. И мы уходим. Только дай нам один уровень. Мы тебя очень просим, да, ребята? И все, ребята. Мы прокачали, мы сумели прокачать по 5 покемонов за одну серию. В принципе, удачно. Мне это кажется действительно удачно, потому что 5 покемонов это дофига. Выкладываем. Так, сначала XP-шер нужно забрать. Было бы круто, если бы мы сумели его забрать, но, как видите, у нас... Хотя, знаете, я даже не буду выкладывать эти вещи. Зачем, ребята, мы будем их выкладывать, если мы еще пойдем убивать Блисси, да? Так, так. Ну что, ребята, 5 новых покемонов. Потопали. А в третьей ячейке... Да, ну, в принципе, в третьей ячейке там действительно много кого. Ну что, Ян Мега? Так, Ян Мега идет у нас, и мы берем, так, этого прокачали. Ну, давайте Саблея, так уж и быть. Дальше Эмолга у нас идет. Райхорн, ух, замечательно. Рулет, ребята, наш старый приятель. Рулет, давайте, старми рулет. Рампардос у нас уже прокачанный. Дальше. Камерап, ну давай в Винипед. И, ну, в принципе, раз по счету, значит, по счету, ребята, мы идем. Пока еще ночь. А давайте все-таки мы пойдем еще на Бишарпа. Ну, а вдруг? А вдруг мы прокачаем большое количество Бишарп? Большое количество уровней. Это действительно будет очень круто, ребята, если мы сумеем. Так, давайте. Давайте, ребят, вот паскуды, они успели заспавиться, уже там дрючатся между собой. А кого мы будем прокачивать? Верни, Капут. Мало того, что у нас вообще экспешеров нету, они еще даже хотели вот этот украсть, да? Вообще офигели, шарпы. Где ты? Я тебя вижу, не уходи, пожалуйста, стой на месте. Вот так. Ну давай. Я знаю кучу уровней, но все же. Так, замечательно. 21 уровень. Нормально так опыта дала, если честно. И сейчас более-менее парочку уровней так даст. Замечательно. В принципе, ребята, если честно, мы, наверное, еще даже сумеем прокачать Саблея в этой серии. А прикиньте, 6 прокачанных покемонов в одной серии. Это просто офигеть будет. Потому что DC нам... О, нифига себе, ребята! Они стояли друг к другу, спина к спине, и не вступили в бой. Вот это дружбаны они, бишарпы, да? То есть, не парят нам мозги, мол, Эдисон. Мы не успели только заспавиться, а мы уже сразу вступаем в бой с, друг с другом, да? Чтобы ты там попарился, посмотрел, как мы с друг другом сражаемся, да? Саблей 31. Ребята, Саблей 31. Слушайтесь просто в это. Он только что был 10 уровень, уже 32 уровень. А это еще мы даже 10 Блисси не убивали. Это еще даже не закончилась ночь. И о чем я? О том, что когда ночь закончится, то может мы уже даже и прокачаем. Саблей. Твою мать, там босс был, Паскуда, я хотел вылечиться, а не домой тпхаться. Охренеть. Ладно, ну так уж и быть, зато толстая задница Снорлакса сейчас нам тоже немного опыта придаст. Так, даст. О, даст 2, ребята, да, я не знаю. Я говорю даст и почему-то даст вспомнил, да. 37 уровень, ребята, 37 уровень. И это еще осталось 3 уровня. Ой, кончились. Вот сейчас вылечиться нужно. Главное опять домой не тпхнуться. Вот так. Что-то они как-то в бой между собой не вступают, да? Какие-то, знаете, такие послушные очень бишарпы. Даже не то, что послушные, а может какие-то еще сонные ночью заспавились и не вступают в бой с друг другом именно вот в этой ночью, да? 39 уровень. Ребят, если мы прокачаем 6 покемонов, это охренеть. 6 прокачанных покемонов за одну серию.
Ребята, мы не успели взять только покемона. Мы его не успели взять. И мы уже его прокачали. Только на этих бишарпов. Ребята, это бы еще даже Блисси. Не сражались с Блисси. А вы прикиньте, если мы еще будем сражаться с Блисси, мы прокачаем еще одного. Хотя двух вряд ли мы еще покемонов прокачаем. А вдруг мы еще одного покемона прокачаем? Это будет вообще... Это реально будет нафиг какой-то... Рекорд по прокачке покемона, потому что мы уже прокачали 6 покемонов за одну серию, это реально много, если честно. Найтшейд, давайте вот это. Shadow String... Стрингшот. Стринги. Стрингами хреначе, да? Так, быстро. Иди сюда, бишарпушка. Ты этой ночью нормально так нас прокачиваешь, если честно. Очень даже нормально. Опа, еще одна эволюция. Ребята, у него вроде одна, да, только эволюция. То есть сейчас мы его прокачаем и выкладываем в компьютер. А кто там у нас дальше по счету идет? Я, если вот так глазком я тогда пробежался, вроде у нас там дальше идет Нату, еще там кто-то у нас есть. А это еще и Шайни, ух ты ж, а я как-то даже... Это еще и Шайни, нифига себе, ребята. Это еще и Шайни. Так, давай, давай. На нас еще Сакер. На нас еще ждет 10 Блисси. Это не скажу, что очень мало, да? Ему еще осталось 12. Как думаете, ребята, за 10 Блисси? Хотя, за 10 Блисси прокачать 12 уровней, ну... Не знаю. Ну, не знаю, посмотрим, ребята. Опа, хренакс. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Что-то я еще хотел, если честно, но уже не помню, что я хотел выложить или вложить, или еще что-то здесь. А, ребята, так, давайте сначала выложим вот эту хламодятину, которая собралась у нас. Хотя, в принципе, смотрите, ну, вот это... Нам нужно, знаете, что сделать? Нам нужно сделать какую-то... Я не знаю, что ли, как это можно назвать. Какую-то мусорку, что ли. В каком смысле мусорку? Чтобы, например... Если нам нужно выкинуть вещи, да, какие-то, то, например, вот тут у нас будет какая-то мусорка. Это я просто, знаете, на быструю руку делаю, потом я, если что, переделаю. Например, нам нужно выкинуть ресурсы, да, какие-то, какие нам не нужны, или как, которые просто-напросто у нас валяются, да. У нас есть зажигалка. К сожалению, день рождения... Нет, к сожалению, нету, ребята. Давайте сделаем тогда. Опа. Опа, опа, вот так, замечательно. Сейчас, ребята, мы шашлычок сделаем, а как ща посмотрите, как мы шашлычок сделаем. Там Басяндра, ща может еще убьем, может. Главное, чтобы вот это все не подожглось, а то будет жопа, если честно. Ну, вроде нормально, вроде не горит. Следите, ребята, а то если горит, я вас обвиню в этом. Так, ладно, это сюда, яички, ребята, кто хочет яички, вот, берите, я вам там пожарю. Яичечки, это можно тоже выкинуть, это тоже можно выкинуть, это тоже можно выкинуть, это тоже можно выкинуть, ну, вроде не горит. Не, ребята, не переживайте, это просто, знаете, начальный такой вариант, потому что вот эти все ресурсы я не хочу выкидывать где-то в мире, но может потом, знаете, что ли, залагать. А как залагать, потому что вещи, мне кажется, они не пропадают, если ты их вот так выкидываешь, да? То есть они там остаются, им вот так они могут там собираться по всему миру, когда мы будем нафиг выкидывать. И, в принципе, вот это все потом лагать еще больше будет. Поэтому, ребята, лучше взять и нормально сжечь их, да? А по поводу вот этого, точнее, как это называется, мусорки, да? Чтобы она не была такой обычной, не стояла где-то сразу, ну, на входе, да? Я потом что-то... Возьму и что-то придумаю нормально. Потом, ребята, посмотрим. Ну что? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну ладно, так уж и быть. Так, ладно. 1, 2, 3, 4. Так, что я нажал? 4, 5, 6, 7, 8. Ну давайте 9, 10. Так уж и быть. Дастболы не так уж мы часто. Хотя, ну как... Более-менее мы ими пользуемся. Ребята, если мы еще ари вот эту... Сейчас, ну ладно, не будем загадывать. Давайте просто посмотрим, сможем ли мы прокачать 7 покемонов за одну серию.
Это будет офигеть, если честно. О, 48-й. Вторая. Блин, ребята, считайте, пожалуйста, считайте, потому что я могу ошибиться, и потом будут, будет, мол, у Эдисон там на одну Блиси больше убил, четырюга, отписка, дизлайк. Ну, знаете, всякие люди бывают. Ну что, ребята, последний уровень. Точнее, последний уровень этому покемону, и может... Как ты нафиг... Перекачался. Твою мать, ты же был 39 уровень, когда не нужно, ты взял и перекачался. Паскуда ты. Ну ладно. Потом, ребята, пойдем на Бишарпа. Ой, нет, не убивайте нашего Виннипедюшку. То есть, сколько там времени осталось? Ну, по серии я не знаю, ребята. То есть, вряд ли мы прокачаем еще его. Конечно, мы засрали вот этого покемона. Мы могли установить рекорд 7 покемонов за одну серию, но мы его перекачали. Какая-то Блисси, вот сейчас я не считал. Честно, вот сейчас я не считал. Нужно посмотреть. Вот так. Ну, сейчас посмотрим, ребята, какая там Блисси по счету. Я не хочу тратить Блисси на перекачанного... нашего покемона. Я не знаю, ребята, что делать, если честно. Сейчас мы, может, еще быстренько сбегаем на остров. Хотя нет, давайте уже это... Хотя я еще быстро сам сбегаю, прокачаю, чтобы вам не пудрить мозги, да? И мы его сразу выложим. Сейчас посмотрим, какая-то Багбайт еще нафиг сдурел, что ли? Какая-то... Одна Блисси. Две Блисси. Три Блисси. 79... 4 Блисси, 5 Блисси. 5 Блисси, ребята, вроде да. Это шестая, по сути, должна быть, да? 39-й, ну давайте. А это вроде должна быть шестая. Веношок, ну давайте вот это. Это седьмая. Замечательно. Опа, еще одна эволюция, ребята. Я ща, если честно, седьмая, да, еще три Блисси. А я, может, ща быстренько сбегаю на остров без вашего присутствия. Быстро прокачаю наших покемонов, чтобы не париться. И выложим их в компьютер, или же просто возьмем и оставим на следующую серию. Как думаете, ребята? Ну, ща посмотрим. Скулипед. Батон. Удара батона по башке, да? Ну я не знаю, давайте, ну давайте, ладно, еще там три Блисси осталось. Хоть какой уже уровень возьмем. Вот этот перекачанный чувак нафиг. Еще две Блисси, да? Конечно, вот сейчас небольшие уровни пошли, но все же, ладно, больше тут нету, к сожалению. Ну, есть там 33-й, ну, один уровень. Я потом, может, подниму, что ли, вот. Ну, хрен его знает, ребята, сейчас давайте посмотрим. Скалипеду 4 уровня. Вот так. Если мы еще пойдем, то и быстренько постараемся прокачать, чтобы не затягивать очень долго серию, то да. А это будет круто. А если что... Хотя, ребята, знаете, я просто не люблю иногда затягивать вот это все. То есть давайте, может, уже, в принципе, именно вот тут закончим. А на следующей серии мы возьмем и докачаем наших покемонов и возьмем новых. Конечно, мы просрали возможность установить новый рекорд, то есть, ребята... У нас за одну серию мы прокачали 6 покемонов, то есть 5 покемонов с предыдущей команды и одного с этой, то есть Саблей у нас уже, ребята, прокачанный. К сожалению, если бы мы не перекачали Ариадоса, то... Или не Ариадос, ну кто там, ладно. То есть, если бы мы его не перекачали, то... Он бы тоже был 40-м уровнем, потому что это, знаете, иногда, ребята, бесит. То есть, иногда ты убиваешь 40-й уровень, там... Блисси, да? Нет, и иногда ты там убиваешь 30 какой-то там, 38 уровень Блисси. Нет, смотрите, иногда ты убиваешь 40-ю Блисси, когда у тебя покемон 38 уровень, и он становится 39 уровнем. А иногда ты нафиг убиваешь... 30 там 4, 35 уровень Блисси, когда у тебя покемон 39 уровень, и он становится сразу, прокачивается не на 40, ну, на 40 уровень, да, как бы перекачивается и становится 41 уровнем. И вот это, если честно, иногда хреново, извиняюсь, что
Поэтому, ребята, я не знаю, мы его прокачали. Если бы мы его не перекачали, то мы бы установили рекорд и в одну серию прокачали бы не 6 покемонов, а 7. Ну да ладно, то есть кого мы словили в этой серии? Так, Nidoran Female, Doduo, ла-ла-ла-ла, еще Ганга-га-га. Ну, вроде 3 или 4 покемона мы словили, мы жопошника Тауруса словили. Ну, ничего, в принципе, такого страшного, мне кажется, в этом нету, словим его позже. В принципе, в следующей серии, ребята, какие планы? Мы пойдем доловим покемона в саванне, мы выложим Саблея, докачаем еще несколько покемонов на Блисси, на Бишарпов, прокачаем Райхорна, то есть у него еще эволюция через трейд-машину, да, потом его прокачаем. И выложим их в компьютер, ребята. И возьмем новых. И может пойдем даже на охоту за Мью. Ребята, я надеюсь, вам понравилась эта серия. Если мы на этой серии набираем 500 лайков, то сразу же выходит новая серия. Ребята, вы об этом не забывайте. То есть, если за несколько часов после выхода этой серии мы набираем 500 лайков на этой серии, да, то еще одна новая серия выходит сразу же. То есть, как только мы набираем 500 лайков на серии, сразу же выходит новая серия. Ребята, на этом мы заканчиваем, наверное, прямо тут. Хотя, давайте, в принципе, пойдем домой, если что, с следующей серии вернемся. И, ребята, в следующей серии мы пойдем дальше на охоту. Я надеюсь, вам понравилась эта серия, ребята. На этом давайте заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.